К настоящему празднику на Кубани не обойтись без приобщения к нашей традиционной культуре. Как хорошо окунуться в незабываемую атмосферу народных гуляний, отведать вкусных пирожков с пылу жару и получить удовольствие от кубанской песни. Все это в дни праздничных торжеств смогли сделать славянцы в Северном парке на этнографической выставке «Курени Славянского района». Все 15 поселений Славянского района соорудили свои курени в городском парке. Старинные хаты-мазанки, крытые камышом, живописно расположились вдоль тенистой аллеи. Голубоватый ароматный дымок поднимается над мангалами и кобыцами. Нарядные хозяева подворья ждут гостей. Так и тянет зайти туда, в этот необыкновенный и даже немного сказочный мир. Огромный каравай привлекает внимание в Анастасиевском курене. Здесь красиво, весело и очень вкусно пахнет пирожками, которые тут же лепят и жарят в кипящем масле на дровяной кобыце. Подворье пекаря широко распахнуло свои двери. Вы сейчас находитесь в подворье пекаря. И здесь мы представили дом, мельница, колодец, кобыца, все то, что у нас находится. Здесь у нас представлена каравай, который мы испекли из мешка хлеба. Внутри небольшой хаты подворья много интересного. Как жили наши земляки в начале 20 века? На этот вопрос ответит экспозиция. Наши бабушки, прабабушки вышивали гладью, выбивали подушки, наволочки. Также делались пододеяльники такого же плана. Также в нашей хате мы можем увидеть старинное зеркало, которому более 100 лет. Кобыца, на которой грелись, готовили пищу. Также у нас есть уголок мастерства, творчества. Гости подворья в восторге от увиденного. Ну, это очень здорово, очень замечательно посмотреть вот этот вот быт, с одной стороны, выставку. Очень здорово, очень прекрасно, очень все нравится. Невдалеке от анастасиевцев Черноярковский курень. Здесь, конечно, настоящее рыбное царство. В небольшом прудике плещутся крупные рыбы, поверху плавают утки, через пруд переброшен мостик, по которому с радостью перебегают дети. Да и взрослым тут есть на что посмотреть. Мы стараемся показать все то, чем живет наша станица. Стараемся показать какие-то изюминки, показать то, чем занимается наш народ. Не только в рабочее время, а и в свободное от работы. Старина, быт – это наше достояние, чем мы по праву гордимся и что не нужно забывать. От черноярковцев рукой подать до подворья прикубанского сельского поселения. Здесь бережно сохраняют все, что связано с традиционными ремеслами. Особое внимание – семьям тружеников поселения. Именно в семье сохраняются традиции. Все, что здесь в Курене, это все настоящее. Оно собрано тоже жителями, которые живут в нашем хуторе. В основном Сидоренко Валентина Ивановна большой вклад вложила. Семья Масюра. Все, у кого что, понимаете, это старые вещи. В одно время могли бы их выбросить, а сейчас они имеют большую ценность. Семья также в центре внимания экспозиции протокского куреня. Алексей Завгородний, известный славянский журналист и писатель, вполне заслужил, чтобы о его семье говорили во весь голос. Все, что у нас находится здесь в Курене, вся хата, весь двор оформлен в стиле их семьи. У нас есть стенд, на котором расположены его отец, он сам, его родные и уже потомки его, внуки, правнуки. Вообще-то гулять по необыкновенным куреням славянских поселений можно очень долго. Здесь столько любопытного. Здесь гостеприимство прекрасно сочетается с щедростью и душевной теплотой. И это очаровывает гостей. Юлия Арсеньева недавно переехала в Славянск из Краснодара и не скрывает своих эмоций. Я из Краснодара, это вот Алина место, но мне все нравится. Я первый раз, мне понравилось все. Я с самого детства здесь. Каждый год отмечаем, приходим, веселимся, шашлыки едим. Да, в этом году сами будем уже без родителей, со своими детьми. Это настоящий праздник. Да, не то слово. Это самый большой праздник.
Выставка казачьих куреней – это, по сути, удивительный этнографический музей под открытым небом. Здесь тесно переплетены настоящее и прошлое. Здесь вас ждут, чтобы открыть для вас что-то необычное в обыденном. И самое главное, здесь ясно понимаешь, что земля славянская, твоя малая родина, по праву достойна уважения и любви. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».